Казнь саратовского электротранспорта перенесли на 2 недели. Начало масштабных отключений трамвайных и троллейбусных маршрутов было запланировано на 15 июня. Саратовгорэлектротранс задолжал поставщикам ресурсов внушительную сумму. И Саратовэнерго заявила о грядущем отключении маршрутов. Но уже в который раз была достигнута договоренность и сроки удалось сдвинуть. Энергетики дали предприятию 2-недельную отсрочку. За это время Саратовгорэлектротрансу предстоит погасить задолженность.